Сегодня в Чебоксарах простились с народным артистом Чувашии Айдаром Хисамутдиновым. Он был одним из самых известных и популярных танцоров в истории нашего театра, оперы и балета. Его ценили коллеги, любили журналисты и обожала публика. Молодой, красивый, талантливый танцор в 30 с небольшим стал кавалером ордена Дягилева за пользу русской культуре. Впрочем, кроме пользы было и другое, не менее важное – эстетическое удовольствие и радость человеческого общения. Айдар был интересным собеседником. Но главная задача любого артиста в любом жанре – это не показывать, насколько это трудно. Вот это большое искусство. Глядя на него, никто не думал, что Айдару трудно. Казалось, он не выходил на сцену. Его выносило вдохновение. Год назад 35-летний Айдар Хисамутдинов, как и положено артистам балета, вышел на пенсию. И гости его творческого вечера никак не могли понять, как же он будет без сцены и как сцена будет без него. Время, только время решает все и расставляет на свои места так, как нужно. Нам понадобится очень много времени, чтобы смириться с этой утратой, Айдар.